Слушай, куда идешь? Домой. А что, одна, давай провожу. Тут далеко идти. Ничего, мне тоже. И мы идем. И мы беседуем. Я спрашиваю, она отвечает. Она спрашивает, я отвечаю. Беседа была очень интересная. Я узнал много нового. Стю не спала. Она гуляла с Катей по парку. Катя даже освободилась сегодня пораньше с работы. Где-то в 10 часов вечера она позвонила Стю, приехала к ней на такси, и они пошли гулять. А время сейчас было. Глубокая мать ее, тут ночь была уже. Я это все узнал с беседы. Но нужно же было о чем поговорить. Не положить же ее молча. Как же я злился. И хотела спросить, а знаешь, кто я вообще на самом деле? Спросить, а слышала ли ты про веселых аллигаторов? Жена поняла уже, кто с ней идет. Но поэтому я молчал. Я шел и слушал про то, какая Настя хорошая, красивая, талантливая, а то я не знал. И вот мы идем, и она рассказывает мне про свою подругу. Про свою подругу, про свою Стю, про ее Стю, не мою, ее. А мне, блин, тоже хотелось ей рассказать про свою Стю. И не просто рассказать, а кричать. Кричать о том, что было, как я вообще тут оказался. Но нет. Я же не мог, меня же здесь не было, никто не должен был знать. Слушай, а скажи, как это у вас? Как это у нас что? Что рассказать? Ну, как это у вас происходит? Твоя подруга, она не такая, как ты? Что? Нет, она подруга, просто подруга. Ага, конечно. А в принципе, этого как что? Вот если тебе нравится просто подруга, не такая, как ты, что делаешь, ухаживаешь, так же типа все. Ну да. Начинаешь ухаживать. А потом? А потом все. Она уже не такая, а такая. Да ладно, ты гонишь. Что тогда вообще спрашиваешь, если не веришь? Я замолкаю. Мне как-то не нравится больше беседа. Дальше вдоль дороги мы идем молча. Спускаемся с моста. И я снова спросила, вот смогла бы она полюбить такого парня, как я. Вот меня бы она смогла полюбить. И она говорит, что полюбить мне нужно сперва узнать человека, нужно время. Я так сразу не могу. И я вспоминаю, как Стю мне рассказывала, что Катя давно уже ей пишет. И пишет не просто так, не так, как подруга. Я злился, а она угорала. Злые будничные были с пьянки, орал я, а она хохотала. И дальше...